значительная часть украинского общества люто нас ненавидит. Пропагандисты прозріли. Кажуть, українці виявляються готові захищати себе ціною власного життя. На Геббельс тебе визнали, що фактично втратили Україну. І результатом так званої СВО стала тотальна ненависть до Росії. Про це, зокрема, заявив оглядач Комерсанта Максим Юсін. Що касається українців, можливо, там партизанського диверсійного движення, Александр Николаевич, я поддержу полностью. Мы не осознаем все-таки, насколько значительная часть украинского общества люто нас ненавидит. Понимаете, вот мы пытаемся как бы их, себя на них спроецировать. Мы к ним спокойно относимся. Но там миллионы людей, для которых смысл существования – это нам отомстить. Вы не представляете, что это такое, вот это ненависть. Сейчас мой коллега один американский журналист, но в принципе он изначально вот российским был, с американским паспортом туда поехал, а поскольку человек он не ангажирован, он просто честно описывает, вот что ему люди говорят, да, они его возили, это его бывшие, ну, какие-то приятели до всех этих событий. Ну, когда они говорят откровенно, это такая ненависть. Они готовы умереть, лишь бы убивать нас. И приклад зрадників Украине, які втекли до Росії. Це ось, хто пам'ятає, Олег Царьов. І він спробував знову напарити в ефірі просто люту дичину про те, що російську армію зустрічатимуть з квітами у Львові. Але тут не витримала навіть Олічка Скабєєва, яка перервала Царьова і заявила, що подібна брехня вже один раз обійшлась Росії занадто дорого в 2022 році. Дивіться, якщо б тоді, 10 років тому назад, провели референдум не тільки в Криму, я уверен, что даже во Львове бы проголосовали за Россию. Потому что телевизор всегда проигрывает холодильнику. Большинство населения мыслят самыми простыми категориями. Самое страшное, что мы из этого исходили, начиная спецоперацию, надеялись, что мы зайдем, а они там с цветами. Да, простите, мы зашли, а они не с цветами. А вы нам теперь опять про Львов и про то, что нас кто-то ждет в городе Львов. А надо работать, вы показываете только, как ракеты летят в сторону России, Украины и бьют по энергоресурсу. Надо обращаться к населению. Очень многие вас слушают, Оля. Надо обращаться. Я никоим образом с этим тезисом не спорю. Я лишь рассуждаю на тему того, что надо отказаться от идеи, что нас кто-то ждет в городе Львов. Что мы зайдем, а нас встретят с цветами. Мы на эти грабли уже наступили. И так ударило нас по лбу, що второй раз уже не хотілося б. Характерно, що шахрай із шайки Януковича не здається і намагається, як і раніше, впарювати російському народу свою приголомшливу понахабство і неправдоподібності брехню. Буде ще хуже, тому що прийдуть мобілізовані, економіка розрушена, країна стоїть, куча оружия, солдати привикли к високим зарплатам, зарубіжна допомога кончиться. И страну накроют просто бандитизмом. Все это понимают. И спрашивать будут те, которые вернулись с фронта, представители действующих элит. И таким образом вот страну накрывает безысходность. Ужасная ситуация сейчас, нет просвета в будущем. Ну, концовка ще не менш ужасна. Ну, а тим часом окупанти з так званого «Шторм-Зет» вирішили звернутися до Путіна з вимогою виконати дані обіцянки. Ой, а що случилось? Добрий день. Я хочу звернутися до нашого правительства, вот, ну і, відповідно, до президенту Російської Федерації Володимиру Владимировичу Путіну. Объясните мне, пожалуйста, Владимир Владимирович и наше правительство, что у нас творится. Я ветеран группы «Шторм-Зет». Я понимаю, я экс-заключенный, да. Но где ваше то, что вы обещали, Владимир Владимирович? Я четвертый месяц, как приехал с СВО, я искупил все свои грехи. Мало того, что мне не дали полного помилования, как обещали. Вот. Мне не заплатили половину зарплаты. Мне платили вместо 200 тысяч, как вы обещали. 100 тысяч всего. Вот так. И также всей моей роте. Вот. Нам не выплатили боевые. Мне до сих пор не выплатили компенсацию за ранение, которое я получил еще в июле 2023 года.
Меня кинуло ОСЗН. Владимир Владимирович, чего вы добиваетесь? Мы воевали. Мы проливали кровь. Почему к нам такое обращение? Я до сих пор не получил удостоверение ветерана боевых действий. Четвертый месяц дома. До сих пор я не получил удостоверение. И везде отписки. Я писал в прокуратуру Ростовской области. Я писал депутату в Государственную Думу. Я писал фонд «Защитники Отечества». Никакого смысла нет. И после этого вы хотите, чтобы мы дальше шли воевать? Извините. Неужели мы такие, чтобы так нас кидать? Красна площадь пішла на дно. Проте поки є нюанс. Це якийсь двір в російському Оренбурзі. Дрібниця, але теж приємно. Красна площадь. Ще уже все залито. Ще жесть. Вон уже вода сюди дійшла. Заливає все. Ось тут Красна площадь була. Вон верхушки сосен тільки видать. Вон там мост пішохідний. Дальше. Вот, все заливає. Вообще ужас. Вон. Красна площадь. Ой, кошмар вообще. Кошмар. Щодо ситуації в Оренбурзі, там через підтоплення вже звучить сирена. Проходить термінова масова евакуація. Місцевим кажуть взяти з собою документи, ліки, речі першої необхідності та негайно залишити свої помешкання. Становище критичне. Не гайте часу, написав мер Оренбурга. Рівень води в місті критичний, сягнув уже понад 11 метрів. Була там спроба укріпити дамбу, але під час неї провалився асфальт. І в ямі затонув КАМАЗ. Паводок дістався із Західного Сибіру. Там сильно піднявся рівень води в річці Том, на якій розташовані Томськ та Кемерів. І ось на відео мешканці розповідають, що вода змила худобу, будинки та весь господарський інвентар. Дома пливуть. Ой. Все, річка вся стоїть. Воды все тонет. Все заборы, все постаскило. Скотина тоже тонет. Стойте. Падает. Стой, доча, стой. І ви досі не вірите в карму? Перше відео Херсонщина після підриву окупантами Каховської дамби 2023 року. Друге – Орск 2024 року. Винні в обох трагедіях росіяни. Але є нюанс. Карма їх наздогнала. Глубина здесь уже достигла метра, и теперь открыт. Ну, а директор, який брав участь у будівництві цієї греблі в Орську, він звинувачує цьому, як думаєте, кого? Гризунів. Гризуни, які могли цю дамбу проточити. И этой 2-3 сантиметровой дырочки, отверстия, норки, хватило бы, чтобы вода пошла. Сергей Васильевич, через... вы меня, конечно, простите, пожалуйста. То есть мы строим за миллиард дамбу, которые грызуны прогрызли. Как это вообще возможно? Здесь надо о терминах говорить. Это же не бетон, который... Сейчас, сейчас, Сергей Васильевич, одну секунду. Сергей Васильевич, одну секунду. Я просто как я это понимаю. Большое искушение, конечно же, сказать, что вы что, это миллиард потратили, ну и так далее. А ведь что такое дамба, еще раз, друзья? Это не то, чтобы там не бетон, где можно проверить качество бетона. Ну-ка, как залили? Это просто сыплют землю. Это сложное техническое сооружение. Сыплют. Это сложное. И уплотняют. Сыплют и уплотняют. Ну как? Нету качества бетона. Тут нет до чего докопаться. Как это нет? А вот так, значит, все... сыпать надо по-другому. Нет, лучше надо сыпать, Сергей Васильевич. Якщо в Україні російська армія руйнує інфраструктуру бомбами та ракетами, то самі Росії бомбити нічого не доводиться. Все розвалюється саме. І в цей же час уряд
Країни-агресорки нібито витрачає сотні мільярдів на ремонти та будівництво на окупованих територіях чужої країни. Своїх же людей вони просто покинули тонути. Ну, було все і залишатися, от, як в одних трусах, в одній, і от в цих теплих. 75 років я залишився без крови над головою. Тим часом у Казахстані не менш серйозна ситуація. І у цьому теж винна саме Росія. Увеличили спрос. А хто не в курсі, в Оренбургі відкрили, і збрасують воду, тому що відмітка вже вище 900 сантиметрів. Да. Щоб Оренбург не затопив, вони вирішили затоплювати Уральськ і Атрау. У них в Казахстані тепер СВО, спеціальні водні операції. В Україні вони ведуть спеціальну воєнну операцію, а в Казахстані вони вирішили устроїть спеціальну водну операцію. Насправді нагадили везде вже. Такого сусіда мати – це просто наказання і взагалі прокляття якесь. В прошлом году, хто пам'ятає, горели реликтовые леса в Северном Казахстане. Откуда, вы думаете, перекинулся огонь на территорию Казахстана? И погибло 15 лесничих, которые пытались хоть как-то тушить. В России свои пожары они не тушат. Хай горят, сами потухнут, да? И пожар перекинулся на территорию Казахстана. 15 лесничих лишились своей жизни, пытаясь хоть что-то сделать. В России у них все деньги на танки, на всякого рода ракеты уходят, чтобы кошмарить и убить украинцев. Да? А в Казахстане они решили устроить специальную водную операцию. Просто надо затопить. И там сейчас около Уральска, в Западно-Казахстанской области, просто целые села сносят водой. Кто не понимает, но в Казахстане обычно дома строят из самана. Что такое саман? Это земля, по сути дела, это глина, соломы, да, перемешанная. Водой растопить такую конструкцию просто ничего не стоит. Все снесло. Там целые села остались под открытым небом. Без жилья, куча скота погибла, беда, беда. Мало того, что в Казахстане свои мархамбаи каждый год делают удивленные лица в мажилисе, что ой, опять весна, какой сюрприз, опять весна пришла, да? Так тут еще и сосед добавляет, сбрасывает дополнительно воду. Как-то так. Вот задумайтесь, хороший ли сосед Россия. Казахи будут следующее решение уже есть. ЗМИ публикуют нібито повідомлення депутата Госдумы Гурульова. Як повідомляє один з телеграм-каналів, у їхньому розпорядженні виявилось голосове повідомлення, яке депутат Гурульов відправив колегам з Комітету Госдуми з оборони. Він запевняє, що після України Росія готова напасти на Казахстан. И уже есть відповідна відмашка. Казахи, наглядевшись на Украину, сильно взяли, что они следующие. Просто, но они будут следующие. Они сейчас, в принципе, думаю, решение уже есть. Справжній запис підтвердити чи спростувати можливості немає. Проте Гурульов і раніше допускав украй агресивні висловлювання на адресу інших країн. В даному випадку цікаво насамперед ремарка про нібито вже ухвалені рішення. До речі, сам Гурульов поспішив відхреститися від запису, заявивши, що це фейк та спроба розгойдати ситуацію з друзями. Друзі мої, дорогі, є попытка на різних помойних каналах розкачати ситуацію від моєї імені. Вся официальная информация только на моем телеграм-канале. Не верите? Это фейки. Фейки. Это попытка раскачать ситуацию с нашими друзьями, которые находятся в Средней Азии. Как-то вот так вот победим по-любому всех. Треба прямо говорити, які європейські міста перетворюються на пилюку. Це ось кремлівські пропагандисти пропонують просто свою таку ексклюзивну послугу. Корекція майбутнього ядерною війною. Ми хочемо змінити будущее Европы.
Настоящее вы себе изгадили, господа европейцы. Вы выбрали в конечном счете вот которые вами руководят. Но мы пытаемся изменить ваше будущее, которое означает 200-250 миллионов убитых и покалеченных европейцев. Вот такая будет цена ядерной войны. А между прочим, американцы, ну что, а им-то что? А им ничего, им нормально. Да, ну дойдет там облако какое-то, а может и не дойдет, может в океане, да, ну и так далее. Ну, к сожалению, все наши попытки включить европейцам мозги на сегодняшний момент, они ни к чему не приводят. Но надо, по-моему, отбросить вот эту ложную нашу деликатность, что нет европейской ядерной войны не будет. Нет, она будет, и надо об этом говорить прямо. И надо прямо говорить, какие европейские города превратятся в пыль. И какое количество жертв будет после попадания 5-6 ядерных боеприпасов по городу Парижу. И так далее. И каждый европеец, например, я бы сделал так, каждый европеец свой почтовый ящик должен получить от нас открытку. Да? Вот его дом, вот куда, вот военный объект НАТО, вот куда прилетает, вот что останется от его дома. Надо вбить в голову каждому европейскому обывателю, что он тоже может погибнуть. Потому что европейский обыватель последние 60 лет жил в полном ощущении, что вообще-то он бессмертный. И прийшла біда, звідки не чекали. Китай вдарив у спину. Зет-патріоти обурюються. Але чи могло бути інакше? Розраховувати на те, що Китай стане підставлятися і зазнавати збитків через бункерного диктатора, який на старості років з'їхав з глузду на Рюріковичах, ну, це було б дуже і дуже наївно. І Росії зайти на ринок цього продукту совершенно з інших позицій. А які китайські банки і як будуть переводити російським контрагентам гроші, якщо вже зараз з цим виникли проблеми? Ну, знаєте, от мені зараз дзвонять люди, які багато працюють з Китаєм, і кажуть, об'ясню, що происходит. А как нам теперь осуществлять финансовые транзакции? Как ответить людям, которые говорят, что Китай ваш друг, партнер, спина к спине, плечом к плечу, а на Украине вовсю китайские товары, в том числе и двойного назначения? Плечом к плечу, спина к спине, друг, а в Америку вовсю поставляют? Ну просто хочется как бы понять. Ну хорошо, если туда, а почему у нас вдруг возникли такие проблемы по финансовым транзакциям? Некоторые процессы должны быть реализованы в тишине. Ну то есть не надо как в одну сторону, так и в другую сторону комментировать, может быть, ну просто события. Нельзя же их решать настолько тихо, что те контрагенты, которые заинтересованы в члене операции, об этом ничего не знают. А то это такая пугающая тишина, люди просто разоряются. Из життя ще на державы. Як думаете, за кого голосовали ось ці люди на березневых выборах Путина? За этот год миллиардеров в России стало на 15 человек больше. Вас это радует? Не, это очень плохо. Они никакую помощь России не помогают. Себе карманы набивают и убегают из России. Вы сюда вложите деньги, миллиардеры, сюда, вот эту улицу, не только Гукова, и шахты, и Ростовской области, сколько Батайске есть районы. Все улицы, пройдите, посмотрите, что творится. Честно, у меня зарплата официальная 20 тысяч. Я выживаю как могу. Муж ездит по вахтам, он получает 40. Я работаю допоздна абсолютно. Сын даже меня не видит дома. А народ-то лучше живет от года в год? Не-не-не, плохо, очень плохо, честно скажу. Безработица, страшно безработица. Ни заводов, ничего здесь нету. Так было же у вас здесь и вон, резинотехнических изделий завод, и замки производили. Разрушено, все разрушено. Пройдите, посмотрите. Шахти були які? Все закрито, все закрито. Адже що головне? Стабільність і щоб не так, як в Америці. Іноді здається, що Росія призначена тільки для того, щоб показати всьому світу, як не треба жити і чого не треба робити. Це, до речі, колись писав російський філософ Пётр Чаадаєв. І послухайте, як зет-патріоти намагаються показати, які вони розумні. Спойлер, насправді, ні. Це не знаєте, як про годи Большого терору? Нет, год большого террора, но человек, к сожалению, не знаю. А что в советской стране репрессии были? Вот про это нам рассказывали и в музеях, и в школе. Маленечко рассказывали. А что рассказывали? Ну, что было страшно, что показывали фотографии репрессии самой. Что было на этой фотографии? Ну, там люди были, которые ходили голодные, все такое. А репрессии это что такое?
Не помню. Что-нибудь знаете о Колпашевском яре? Ничего не слышали? Колпашевский яр, вот как вы думаете, о чем я спрашиваю? Не знаю. Говорили, что НКВД тут было, что людей убивали. Ни за что. Ну, я не знаю, может быть, это правда, может нет. Натомість Путін усі ж дати пам'ятає, і всі вигадані ним історичні події теж. Соловйов вимагає провести розслідування, чим же займаються діти українських політиків. А ось розслідування про те, чим займаються діти російських еліт, провести чомусь він не вимагає. Як там сини Медведєва, Пєскова, Рогозіна, Міронова, Матвієнка. Ось це мені цікаво. А коли буде розслідування о том, як себя чувствуют дети украинской элиты? Ну вот, например, дети Кличко прекрасно себя ощущают. Дети Данилова. Нет, вот дети Порошенко. Вот они, вот как они все. Мне понравился ролик, который сейчас появился на Украине, такой призывающий о том, что вот, мол, записывайтесь в армию, потому что вы же должны умирать за тех, чьи детки вовсю наслаждаются жизнью. Можна взагалі почати з себе і трохи розповісти і про свого сина. На якому напрямку він там зараз? Під Роботино, під Авдіївкою? Коли буде розслідування? Га? Соловйов. А ще на каналі у Соловйова прямим текстом кажуть, що запустити по Україні одну ракету коштує стільки ж, скільки побудувати одну школу. Тобто тисячі ракет, випущених на нашу з вами країну, це буквально тисячі шкіл, яких не буде у російських дітей. Причому ті ще й пишаються цим. Спеціально використовують такі порівняння, від яких в іншій країні жахнулися. У нас високоточне оружие стоїть дуже дорого. Я от на це хочу обратити увагу української аудиторії. Одна високоточна ракета стоїть, ну, щоб от в цифрах вас не загружати, приблизно як одна середня школа. От построїть школу середню з нуля, з котлована до туй, які будуть її окружати, з басейном стоїть стільки ж, скільки запустити одну високоточну ракету. Тут, щоб ми розуміли стоїмость цих запусків. І повертаємось до пропагандистів. Там на каналі Соловйов Лайв закликали використати досвід СРСР та відбирати у росіян імпортні смартфони, щоб захистити їх від ворожої пропаганди. Замість західної техніки використовувати техніку виробництва Росії та Китаю. Я хотів би так, как было при Советском Союзе во время Великой Отечественной войны. Потому что у нас сейчас Третья Великая Отечественная война начинается. Тогда, если вы помните, во Вторую Великую Отечественную войну 41-45 года у граждан изымали даже приемники. У всех. Да? Да. При этом изымали, заметим, и в Англии, и в США, и в Германии, во всех воюющих странах. Чтобы вражеская пропаганда свободно по мозгам не гуляла. То есть, вообще говоря, да, придется идти на экстраординарные меры, потому что война – это экстраординарное состояние общества. Я думаю. Но нам, как минимум, нужно импортозамещение. На самом деле, нам есть на что замещать. Ну, например, сейчас в магазинах или там в интернете можно купить несколько моделей отечественных смартфонов на отечественной операционной системе «Аврора». Mm-hmm. И есть отечественная операционная система ОС Касперского, да, лаборатория Касперского сделала свою операционку. Есть Huawei с его собственной гармонией, ОС гармония, да, то есть китайцы нам, в общем, не являются врагами, наоборот, у нас с ними общий враг, ну и так далее. То есть, если это делать системно, то довольно сильно риски можно снизить. Нам нельзя повестись на меньшее. Це так на Геббельс ТБ зібралися окупувати Україну по Дніпро. Кремлівські пропагандисти традиційно марять, мовляв, це вирішить їхні геополітичні завдання та питання безпеки західних кордонів. Смотрите, вони ж розуміють одне. Що таке буде та Росія, яка буде Росії з Харковом, Одесою, одной половиной точно все, что находится с одной стороны Днепра, может быть и больше. Я вам приведу пример. Это совершенно другая геополитическая реальность. Конечно, сразу. Это примерно то же самое, что представляла бы себя Индия вместе с Пакистаном, когда их тоже те же самые британцы разделили. Это был бы совершенно другой по силе и по возможностям блок.
И вот именно этого они боятся. Потому что это не просто будет Россия плюс кусочек там чего-то, территории новые какие-то. Это другая геополитика. Это будет совершенно другая геополитическая ситуация. Да, это будет совершенно другая Европа. 100%. Вот нам, нам ни в коем случае нельзя повестись на меньшее. Потому что тогда мы просто не решим главной геополитической задачи, которая была поставлена с самого начала. Конечно. Убрать вопрос безопасности с наших западных границ полностью. А недоексперт добре відпрацьовує кремлівські рублі. Он, Владимиру Соловьову навіть слова не дали вставити. Як думаєте, що обговорюють мешканці тих регіонів, до яких ще не дійшла вода? Думаєте своїх постраждалих співгромадян? Про те, яка ж біда прийшла до Орська, там Кургана та інших міст? Та ні. От, наприклад, краснодарські експерткині обговорюють стан Вашингтонського метрополітену. Вчора по телевізору показували, в Америці більше з кораблями їх твориться. Это подводный подводная лодка столкнулась с тем-то, Ну, подводные лодки-то у них без конца, говорю, сталкиваются. Да, они водить друг не умеют. Друг с другом, говорю. И у них уже, они старые. Наши подводные лодки вообще бесшумные. Да, и практически это... даже уловить не могут их. И лезут везде. Надоели уже. Ой, точно. А в Вашингтоне, в центре, считай, Америки, что творится с метро, девочки? Но это мрак какой-то. Износ составов, рельсов. Там всего, я не знаю, как там люди будут... 60% я слышала, ну, да? Больше половины. Так я это в Вашингтоне, в столице? Да, ужас какой. За то, что интересно, у нас Собянин, что в Москве сделал? Сколько мы идем по метро посылать? Какие скоростные? Вон, едут к нашим и учатся, как это все это делать. Они здесь куда не надо им. Нет, они к нам хотят влезть. У нас красота. Я говорю, пусть у себя там наведут Вашингтон, хоть порядки. Нет, Вашингтон, столица. Подольше, да. Куда же порядок у себя, пусть. Люди мучаются там, ездят на чем, на корытах. Скоро они вообще, говорю, будут бояться в метро заходить чудес. У них там и вода течет, метро. И свет отключается постоянно. И поезда у них эти, вот, говорю, вагоны стоят. И аварии бесконечные. Так это ж небезопасно. Девчонки. Нет, конечно. Ну что, если у нас люди садятся в метро в Москве, они же даже и не думают, что там что-то сейчас... может случиться. А там сейчас зашел, а потом подумают, что не выпрут. Именно что в Вашингтоне, ну, это страшно, ваш центр столицы. Они вот это творят. Зато туда вкажено все. От посидять там разбираются у себя. А чому ж вони не розмовляють про той Орск, Оренбург, а про те, що за 10 тисяч кілометрів від них взагалі? Ну, питання, звісно, риторичне. А ще послухайте відповіді під час чергового бліц-опитування на Росії. Деякі учасники опитування заявили, що багато хто завідують русським. Денег, що ли, мені вистачає? Я не знаю, хотят, я даже не знаю, почему мирно жить не хотят. Хотят уничтожить другие страны и вот, хотят, чтобы они влавствовали одни, что ли, эти другие страны. Я не знаю, вот так, наверное, я даже не представляю. Я бы мирно жила, я не знаю. Со всеми бы мирно жила. Из зависти, скорее всего. Скорее всего, правители. Потому что у них-то в стране нет такого. Ну, и то есть большинство завидуют русским. Вот из-за этого, скорее всего. Но любая война, нет, кому-то она бывает очень выгодна, не знаю. Я вот так считаю. А вам выгодно? Да прям выгодно. Нет, не выгодно. Не выгодно, просто я хочу мира. Народу вот, выгодно? Да нет же, вот смотрите, вот Украина. Я всегда считала, это мы братья, сестры. Это вот мы, ну, я не знаю, ну, свой, ну все свои какие-то, да. И тут вдруг стали врагами. Ну да, справді немає диктатури, пропаганди та абсолютного знецінення людського життя. І нарешті, хоч хтось знає найсучаснішу світову історію, виявляється, це Америка 8 років бомбила Донбас і напала на Україну у 2013 році. В 14-му году, когда Америка напала на Украину, Россия приняла всех вас. Когда у вас там тайна началась, начнем с этого. При чем тут Россия? Россия не напала, а ввела в свои войска в 23-м году. Литва, Стром, я не знаю.
Ну, зараз ми над цим посміємось, а через 3-4 роки вони надрукують це у підручниках з історії. Пропагандист Юрій Подоляка вирішив чергово розказати про мрії Кремля – захопити Харків, Одесу та Дніпро. Бойов на Донбасі Харків не має особого значення, це віддільне направлення з віддільними стратегічними цілями. Звісно, наше руководство, це вже навіть от экс-президент Российской Федерации Дмитрий Медведев неоднократно намекал, можно сказать, почти открыто о том, что Харьков – это русский город. Ну и, соответственно, намек понятен. Да? То есть мы рассматриваем при возможности, соответственно, дальнейшая интеграция этой территории в состав Российской Федерации. И не только Харьков, но и Одесса, Николаев, Днепропетровск. Ну, Запорожжя вже, Херсон вже і так здесь. Але Подоляка і таких, як він, втрати російську армію взагалі не бентежить, адже це не їм доведеться помирати незрозуміло за що. Тому вони й далі затишних своїх диванчиків будуть сидіти, проговорювати методички кремлівського диктатора. Кремлівському пропагандисту Мардану мало ударів по українських ТЕС. Той закликає завдати удару по атомних електростанціях, щоб повторити катастрофу порівняно з аварією на Чорнобильській АЕС. Да, во-первых, возникают определенные риски, никому не нужные. А во-вторых, вот какое соображение. Но опять-таки, то есть, ну, выпрямление горбатых, как говорит Дмитрий Стешин, это же занятие такое, довольно продолжительное. То есть, если будут продолжать переть как бык на ворота, ну, что я имею в виду? Я имею в виду удары, атаки дронами на Запорожскую АЭС. Ну, в таком случае придется выключить для начала, ну что, ну, Одесскую атомную электростанцию, она же южноукраинская. А почему, собственно, и нет? А почему, собственно, и нет? Хотя нет, почему? Одесса слишком близко. А Хмельницкий или Ровно? Нет? Можем голосование, собственно, объявить, по какому энергоузлу, какой атомной электростанции на Украине имеет смысл нанести удар, если, в общем, определенное отрезвление в мозгах Зеленского и его генералов не произойдет. Ну, а потім у Кремлі ж будуть говорити, що Україну вони насправді люблять, і з мирним населенням не воюють. Он, послухайте, як удар по цивільній інфраструктурі цинічно коментувала ще одна пропагандистка Олічка Скабєєва. Що стосується ударів, це в самом деле хірургічна робота. Хірургічно точна, хірургічно складна. В самом деле ми аналізували, да? Пытались обсуждать перед программой, но нет ни одного сообщения о потерях среди мирного гражданского населения. То есть точечно уничтожаются инфраструктурные объекты, которые враг. По прошествии 2 лет войны, мы можем говорить уже об этом открыто, используют в качестве топлива для этой войны. Мы должны врага вынудить остановиться. Мы его вынуждаем, мирные при этом не погибають. Російська акторка Будіна, яка вже 2 роки не отримувала пропозиції на зйомки у кіно, і ось вирішила повчити русських жінчин. Каже, жінка має бути налаштована не на здобуття вищої освіти, не на кар'єру, а на народження дітей. Ні, можливо, їй хочеться побудувати кар'єру, але родина – це сім'я, і вона має пріоритет у вигляді народження дітей. У жінчини, молоді дівчатки, студентки, повинні бути сьогодні орієнтовані не на получение высшего образования, а на создание семьи, на рождение детей. Какая твоя позиция на этот вопрос? Она абсолютно однозначна. И в этом смысле я очень благодарна и рада тому, что Валентина Ивановна Матвиенко озвучила, да, что основной возраст деторождения для девушки должен, ну, как бы к 24 годам она должна уже родить. Мы должны начать наконец-то культивировать правильные ценности. Мы должны создавать вот эти образы и модели поведения, которые бы перевернули наше сознание. Да, это будет на 180 градусов, нам нужно перевернуться сейчас. Не на 90, на 180 нам нужно перевернуться. Тим часом Зетвоєнкор Піддубний вигадав нове виправдання відсутності оборони на прикордонних територіях. Білгородці, не переживайте, що вас обстрілюють. Це просто такий історичний камбек стався. Случился такой исторический камбэк. Да, вот Белгородская область вновь приобрела свойства засечной черты, чего не было там с 17 века. После того, как Россия приросла южными регионами, вот сейчас это вновь засечная черта. Там, я писал об этом,
есть в районе Белгорода такие населенные пункты, Стрелецкая, Пушкарная, это все наследие засеченной черты. Там жили служивые люди, которые отражали набеги кочевников на границе русского государства. Вот сейчас временно, ну мы все понимаем, что это временно, да, к Белгородской, Курской и Брянской области, в общем, эта функция вернулась. Да, и, конечно, в этом смысле жители этих областей, они, как мне кажется, могут вот вспомнить определенный исторический опыт этих земель и что ли, вдохновиться, да, тем, что делали наши прапрапрадеды, как ощущали себя на окраине большого русского государства. Ну, залишилося спалити Москву, повторивши той самий історичний камбек. Взагалі, що на день, то на Русі почали кричати, що кожен сам за себе. Он, губернатор Бєлградської області запропонував фермерам самостійно боронитися від безпілотників. В іншому випадку аграріям не виплачуватимуть компенсацію. Якщо такі сітки, така защита, вона не буде встановлена, моє пропозиція в рамках діючого законодавства ущерб не виплачується. Потому что ситуация, она крайне сложная, и минимизация ущерба, она в силах предприятий. Поэтому здесь совместным усилием мы должны с вами там, искать решение. Поэтому у нас получается всегда хорошо, с хорошим качеством, только тогда, когда эти усилия, они совместные. Хозяйствующий субъект, муниципальная власть, региональная власть и федеральная. Поэтому здесь очень важно сейчас от субъектов быть готовым, правильно вы говорите, начиная от наличия свидетельств по окончании курсов оказания первой медицинской помощи, взаимодействия с силовиками по разминированию полей и, конечно, сейчас с учетом текущей сложной обстановки, наличие противодронных сеток на сельхозтехнике. Техника крайне дорогостоящая, поэтому сделать элементарную защиту в состоянии все. Поэтому это обязательно к исполнению. Поэтому поручение, Елена Владимировна, поставьте, пожалуйста, Дядькин Сергей Вячеславович, Воробьев Евгений Васильевич. НАТО збудує штаб-квартиру за 100 кілометрів від сухопутного кордону з Росією. І раптом до пропагандиста Владимира Соловйова дійшло, що демілітаризація України досягла прямо протилежного результату. Давайте подивимося. Все-таки Європа – це континент війн. Да. І те, що останні роки, не треба списувати Югославію зі счетів. Тобто вони завжди воювали. Не было ни одного века, чтобы Европа обошлась без европейских войн. Европейские народы, привыкшие к войне, и европейский военно-промышленный комплекс очень серьезный. Да, сейчас он переживает не лучшие времена, но традиции оружейников Чехии многовековые, Германии, Австрии, той же Британии. То есть как бы к ним ни относиться, но это школы. У Франции есть своя школа производства, полный в том числе цикл. И самолетов, есть полные циклы. Мы сейчас имеем дело с континентом, который вдруг понял, что на Америку рассчитывать нельзя. И то, что мы видим, это ростки будущей армии Европы. И они начинают с самого верха. Они говорят, у нас уже есть возможности ядерного щита. Значит, мы уже можем себе купить некоторое время. Штаби НАТО стають дедалі ближчими, пропагандисти продовжують стверджувати, що так зване СВО йде за планом. Взагалі на Геббельс-ТБ через можливе розміщення штабу НАТО біля кордонів з Росією влаштовують справжню істерику у себе в ефірах. То звісно, де буде знаходитися головний штаб НАТО в країнах Северної Європи. На випадок війни штаб розміститься в Фінляндії, в місті Мікелле. Це примерно в 140 километрах от российской границы. О создании штаба Финляндия сообщила министр обороны Норвегии. В общем, пока украинцы отдают свои жизни за интересы Запада, Запад, судя по всему, завершает приготовление к полноценной войне с Россией. Чем отличается штаб НАТО от базы НАТО? Не сообщают. То есть в Финляндии, делаем вывод, строят базу Североатлантического альянса.
А може про це спочатку треба було подумати? Та ні, бред какой-то. Как только первый французский солдат появится на территории Украины, надо нанести удар по Франции. А ще пропагандистам просто не терпиться помиритися силами и отримати по зубах від військ країн НАТО. Франция считает, что она ядерная держава, и это аргумент, который как-то нас... Это разведка боем. Это разведка боем. То, что исполняют французы, это разведка боем. Если они только ведут войска, и эти войска там смогут просуществовать хотя бы неделю, мы это не уничтожим, то через месяц там будут войска всех стран НАТО. Это блеф с разведкой боем. Нам надо просто это жестко пресечь. Вот просто только они появились, приложить все усилия для того, чтобы пришло 1500, а через неделю 1500 гробов должно туда уехать. Вот мне кажется, это мое личное мнение, я могу ошибаться. Я бы нанес удар по местам дислокации этих частей. Во Франции. А чего? Надо дождаться в любом случае. НАТО же дало добро. Вот НАТО сказало, что если там будет находиться национальный контингент, то это не пятая статья. А чего вы Францию расхреначили? Я с вами абсолютно согласен. Как только первый французский солдат появится на территории Украины, надо уничтожить всю эту, так сказать, весь этот экспедиционный корпус и во Франции нанести удар. Конечно. Я с вами абсолютно согласен. Вопрос, так сказать, не мы с вами это решение принимаем. У меня такое ощущение, что такие решения уже настолько очевидны. Мы же намекнули, да, что какой аэродром будет использоваться, как аэродром подскока для F-16. Нам плевать, где он находится. Вибачте, а хіба Росія вже третій рік не використовує риторику про ядерний Армагеддон? Чи на Геббельс тебе думали, що тільки Кремль має монопольне право на володіння ядерним арсеналом? А ще на Геббельс тебе марять про світове панування. І при цьому вони ж живуть у країні, де каналізація у будинку – це просто мрія. Просто, що у нас є принципіальні метки, касающиеся демілітаризованого статусу України, касающиеся, так сказать, території Востока. Ну, як по мені, Ігор, ви знаєте, так сказать, я лично, якщо ми спросили, що ти хочеш, я хочу Російської імперії, в пределах там Аляски, Гавайи, там, Калифорния, это самое, Финляндия, Польша. Ну, хотя вообще Польша и Финляндия такие вонючие, что, если честно, даже я не уверен. Почистим. Да, но тем не менее. Но опять же, здесь хотелки – это одно, реальная политика, так сказать, это другое. До речі, з якого переляку імперці пропагандисти замахнулися на Гавайи з Каліфорнією? Які на них історичні можуть бути претензії? Не підкажете? І подивіться, хто тут в нас просить відключити інтернет в Україні. Катерина Мізуліна знов випала якийсь дивний газований напій і давай свої гіперкруті ідеї на відео записувати. Привіт, їду на зустрічу зі студентами в РАНХІКС. Знаєте, яка мисль прийшла? А не пора ли нашому Міністерству оборони подумати над тим, щоб взагалі відключити весь інтернет на Україні? Так разом решили бы всю проблему с провокаторами, мошенничеством, разными каналами с террористическими угрозами, живодерством. Вот такая идея. А вона взагалі знає, як працює інтернет? А ось і відповідь на запитання, чому багато жителів російського Орська досі не хочуть евакуюватися. Бо, кажуть, бояться залишати свої будинки через мародерів, які все розтягують. Мы не уедем с домов, мародеры. Мы будем до последнего. Вы, говорит, эвакуируйтесь, пожалуйста. Только у нас в наглую растаскивают, нас залазят. Красно-белые обворовали, в дома залезли. С лодочек, которые якобы зрители, подходят и просто обворовывают дома. А знаєте, чому так відбувається? Бо у них не буде другого шансу заробити на ті холодильники і пральні машинки. Бо влада кине їм мізерну компенсацію, а на це ж майно вони пахали все життя. Журналіста, ви можете розказати, куди ви побули? На 44А. Куди ще раз? 44А. А там у вас що? Подъезд зайшла вода, перший этаж. Ви людей поїхали визволяти? Ні. Имущество холодили, все підняли, стирали машину. Ага, поняла, спасибо. А ще в Орську вимагають покарати чиновників через прорив дамби. Місцевий губернатор, який прибув на зустріч з ініціативною групою, вимагає відразу прибрати всі телефони. Ну, незважаючи на те, що знімати посадовця цілком правомірно. Одна з чиновниць взагалі порадила покинути без допомоги людям, не вдавати, що вони тут найбільш постраждалі. Я просто дуже хочу вам сказати, що, уважаємі арчані, всі точно знають ваші тривоги. У нас в Оренбурге зараз відбувається те ж саме. Я точно так же лишилась, як і ви, свого жилья. Тому не треба говорити, що ви тут арчані, найпострадавші. У мене точно так же, як і у вас, зараз
Семья, хоть у родственников, муж и двое детей. Поэтому я вас прошу относиться с большим уважением к нам, ко всем, потому что мы все с вами в одинаковой точно. Простите, І тільки погляньте, як на Росії намагалися зупинити прорив дамби. Он, в Орську запрошували священика провести молебень біля дамби. Буквально за кілька днів до її прориву. Тоді місцеві жителі вже помітили, що з-під неї вже сочиться вода. І ось так, мабуть, влада збиралася вирішувати цю проблему. А ще у жителів РФ вирішили запитати, а що в Росії роблять краще, ніж за кордоном? Что-то в Росії делають, производять лучше, ніж за границей. Так, да, звісно, несомненно, производять, делають некоторые вещи намного лучше. І сфера космоса, промышленность. Десь постараться все, наверное. Вряд ли. Умеют, но не хотят. Ну, только с машины, там, телефон и все. Та же самая шестерка, семерка, это тоже нормальные автомобили. Хорошие. Все было лучше всегда у нас в России. Каждый на своем месте что-то делает хорошо. Ну, постельное белье, например. Да много чего. Так сразу-то и не вспомнить. У нас превосходные автомобили. А у нас развит авиастар, то есть где, следовательно, идет производство самолетов. Самолеты, пароходы, поезда. Вообще в России все производят хорошо. Умеют и очень хорошо умеют, но не у всех есть возможность. Хлеб и тот лучше, сыр и тот лучше, чем заграничный. Колбаса и то лучше, чем заграничная. Ну. Вот даже взять металлургию. Я считаю, что у нас металлургия лучше, чем за границей, ну то есть в разы. Да банально чугунные сковородки. Вот наши сковородки, они не чета китайским. Да что хотите, хотя бы мыло, хотя бы шампуни. Что еще у нас хорошее было? У нас все было хорошее. В наше время все было хорошо. Сейчас. Я про Россию, не про Советский Союз. Даже не знаю. Я ведь редко теперь покупаю. Но вообще-то все заграничное. И трішки вам на останок російської математики. Саме так вони рахують і свої втрати на фронті. Смотри, сколько будет 100 минус 13? 100 минус 13? Да. Но это нужно напрягать мозг. Постарайся. Ладно, шучу. 83. Как посчитала? Не знаю. А еще раз подумай, сколько будет 100 минус 13? Сколько будет 100 минус 13? 73. Друзі, на цьому все. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, обов'язково напишіть ваш коментар і чекайте на наступний випуск.